21 января 2022 года. Здравствуйте, дорогие наши друзья! Приветствуем вас из Северной Ирландии, из города Ньюри. И вот о Ньюри сегодня и пойдет наш рассказ. Город, в котором мы теперь живем, который вместе с вами будем открывать шаг за шагом. Город Ньюри основал сам Святой Патрик, посадив здесь тисовое дерево и основав здесь монастырь. Изучая историю этих мест, мы обнаружили, что вообще создание городов в Ирландии напрямую связано с монастырями, и Ньюри не исключение, а типичный пример. Когда святой Патрик проповедовал здесь, жизнь ирландцев была устроена примерно так же, как жизнь древнего Израиля, то есть жили большими домами. Дом в смысле Род, большая семья, во много сотен человек во главе со старшим, который называется князем или царем. К моменту проповеди Святого Патрика Ирландия была разделена примерно на 100 таких княжеств или маленьких королевств. И жили примерно так. Существовал центр. У каждого рода, где жили друиды языческие жрецы и сам, собственно говоря, царь, старейшина рода. Чаще всего это был круглый форт. И, соответственно, дома располагались, друидов и царские покои по кругу. В центре было священное дерево или священный камень, где совершались главные религиозные обряды ритуалы. А вокруг были разбросаны домики, то есть что-то наподобие посада. Вот так были устроены древние э, ирландские поселения. То есть, по сути, никаких городов в нашем понимании, естественно, здесь не было. И вот, когда Святой Патрик начинает свою проповедь, он не пытается разрушить прежний образ мыслей ирландцев. Он не пытается разрушить их верование и религию, и, конечно, не пытается изменить их образ жизни. Он пытается внести в это все новый смысл, как будто зажечь погасший фонарик изнутри. И это ему удается блестяще, потому что центром его проповеди становится понятие, которое потом будет развивать Ирландская богословская школа которая будет опорой, твердыней, можно сказать, православия на Западе, а именно понятие теофании или богоявления. Весь тварный мир создан из ничего и получает жизнь Христом. Соответственно, все творение Божие – это проявление, явление Бога на земле. И только через Христа может творение Божие получить вечную жизнь, получить тот первозданный образ, восстановить тот первозданный образ, который некогда был нарушен грехопадением. И это настолько легко сложилось в одну единую систему и не нарушило никак верование древних ирландцев, их поклонение природе, что стало очень быстро распространяться новые учения, и, надо сказать, ирландцы охотно уходили в монастыри. Патрик и его епископы, его ученики строили монастыри. И вот представьте себе, за примерно два века Ирландия уже дала миру порядка 500 известных прославленных святых. И все они преподобные мучеников, среди них очень мало. А если и есть, то пострадали они не в Ирландии, а в Европе, в Германии, например, когда они ходили с проповедью. Дело в том, что ирландцы очень активно занимались проповедью, миссионерством. У ирландцев действительно был очень хороший опыт проповеди языческим народам. Они действовали так же, как когда-то действовал святой Патрик, а именно начинал беседу именно со старейшиной рода. И когда обращался тот, за ним обращался и весь его род, друиды становились священниками, а на месте древнего языческого святилища в центре этого круглого форта поселения строился монастырь. И, соответственно, люди начинали уже подтягиваться и селиться ближе-ближе к монастырю. Вот так и образовывались первые ирландские города. И как раз именно этот опыт обращения из язычества в христианство через обращение к старейшим или к жречес жреческой, скажем так, каста, да, а дело в том, что у народа в Европе была очень похожая система на то, что мы встречаем в Индии, да, вот с этими ведической Индией. И вот можно сказать, что была такая своеобразная ведическая Европа. И вот ирландцы, имея этот опыт еще со времен Святого Патрика, они смогли таким образом обратить скандинавцев, в том числе и самые яростные язычники, жители Альпы, среди них были соседные кельты, там тоже жили кельты, и германские, германские племена. Получается, что ирландцы были на самом деле святители и просветители Европы. Очень много из святых, как раз, которые просвещали Швейцарию, Скандинавию и потом как бы королевство франков, были как раз ирландцы. Проповедники перемещались внутри самой Ирландии преимущественно по рекам и по морю. Дело в том, что дороги в Ирландии всегда были очень плохими из-за частых дождей, сырости и, естественно, грязи. И вот поэтому многие монастыри тоже были построены около рек. И вот как раз-таки наш Ньюри – город на реке. Река Ньюри течет через весь город, начинает на свое течение на севере Ирландии в области Ольстер, или как по-английски она называется, Алстер, и впадает река Ньюри в озеро Каллингфорд. Само это название дошло от нас не от древних ирландцев, а от викингов, которые использовали это озеро, а по сути дела фьорд, поскольку оно соединяется с Ирландским морем для того, чтобы добираться до Ньюри, ну и других ирландских городов. Кстати, в переводе название этого озера означает «узкий фьорд трех ведьм». У ирландцев были три горы, которые назывались Три монахини. Как раз-таки они служили маяками для того, чтобы сориентироваться с моря, где вход в этот фьорд, в это озеро. И вот э, викинги прозвали их «Три ведьмы». Таким образом, думаю, вы уже догадались, что, конечно же, и сам монастырь, построенный в Ньюре Святым Патриком, да и многие близлежащие города – много подвергались набегам и полному разрушению викингов. Однако монашеская жизнь в Ирландии Продолжала восстанавливаться каждый раз заново, и мужественно держались ирландцы все первое тысячелетие. Как мы уже говорили, ирландские монастыри были центром учености и просвещения. Ирландские монахи изучали не только латинский, но также древнегреческий язык и иврит. Поэтому многие святые отцы древние были переведены на латынь именно здесь, в Ирландии. И вот еще во время набегов викингов, набегов викингов то есть в IX веке, ирландские монахи стали переселяться в Западную Европу. И там продолжали свое дело, просвещение и, как считается, считают многие ученые, способствовали окончанию так называемых темных веков, то есть тому регрессу, который в то время был в Западной Европе. А вот после завоевания норманцев монашеская жизнь в Ирландии действительно претерпела серьезные изменения. Монахов кельтов, местных, уже практически к этому времени здесь не осталось. И на их место приходят уже католические монахи, нормандцы нарочно присылают сюда даже монахов. Это были и цистерсианцы, последователи святого цистерсия, со временем бенедиктинцы и другие, которые перестраивают, осваивают древние кельтские монастыри, ну и таким образом, конечно, возрождают монашескую жизнь в Ирландии, но, однако, уже в чисто католическом, а не в древнекельтском ее варианте. Наш монастырь в Ньюре, построенный святым Патриком, был полностью сожжен и уничтожен в 1163 году при завоевании норманцев. И также, говорят, было и уничтожено дерево святого Патрика, тисовое дерево. Так сохранилась запись в наших летописях. В скором времени на его месте строится новый монастырь, который строят братья Цистерсианцы, католический орден последователей святого Цистерсия, и этот монастырь существовал уже до XVI века, до известных реформ многоженца Генри VIII. Генри VIII имел шесть жен, некоторых из них он казнил, и вот когда он впервые хотел жениться во второй раз, католическая церковь, естественно, не могла благословить такой брак, и тогда, недолго думая, король создает свою собственную церковь, то, что мы теперь называем англиканской церковью. И начинается тяжелый для Великобритании, для британского христианства период реформы. Ну, историки это называют реформа, но на самом деле эта реформа это был на самом деле просто геноцид всех э, верных и католиков, и тех, которые хранили более древние православные обычаи. Чем это выражалось? Ну, просто как бы набеги, те, которые исповедовали веру в церковь римскую или константинопольскую, просто как бы их убили, казнили, и это, конечно, беда и горе, которые как бы до сих пор ирландцы чувствуют на себе. Это как ребенок, который как пострадал бы от каких-то нехороших приемных родителей. То есть короли английские сразу себя объявили как короли Ирландии и стали захватить землю, казнить, убивать и уничтожить все, что было связано с более древней религией. Монастыри того времени представляли собой настоящие крепкие хозяйства или поместья. В монастырях были большие сады, огороды, содержались животные, монахи занимались ремеслами. При монастырях работали и местные крестьяне, и, кстати, работали на хороших условиях, поэтому, в общем-то, были своей жизнью вполне даже довольны. А кроме того, через монахов получали еще и просвещение, духовное воспитание, так скажем. И вот, как мы уже сказали, сказали, реформа кладет конец этому процессу, начинается серьезная перестройка. И вот наш цистерсианский монастырь в Ньюри, все его большие угодья были распущены, присвоены английской короной и переданы во владение маршалу королевской армии в Ирландии сэру Николасу Беганеллу. Николас Пеганелл – это очень значимая фигура в Ньюри. До сих пор мы можем видеть его замок, который находится на территории монастырских угодий. Сейчас там размещается исторический музей Ньюри, здание XVI века. И вот при нем начинается настоящая борьба, война с местными графами, Самый главный его враг был некий граф по имени Хью, который действительно воевал за местные ирландские кельтские ценности, но после так называемой девятидневной войны, естественно, армия королевская одержала победу, и было знаменитое бегство графов. Они последние ирландские лорды таким образом покидают Ирландию, и она уже полностью становится подчиненной британской короне. И вот со временем именно через англичан приходит сюда индустриализация. И вот в середине XVIII века строится первый в Великобритании канал, который соединяет озеро Лохней с Ирландским морем и проходит он как раз через наш город Ньюри. Поэтому каналу начинают ходить баржи, которые возят, ну, прежде всего каменный уголь, который как раз-таки э, добывали здесь э, в Ирландии недалеко от озера Лохней, но, ну, а также потом всевозможные товары. Идут и виски, и зерно кофе, чай, сахар, наоборот, привозят с моря из-за границы сюда, и отсюда уже он отправляется дальше. Также всевозможные ткани, инструменты, впоследствии уже машины и многое-многое другое. То есть Ньюри превращается в большой торговый город. Строятся большие склады, которые, что интересно, и сейчас используются как магазины. Ну и, конечно, канал также служил для пассажирских кораблей. Теперь жители могли очень просто добираться из Ирландии в Англию и обратно, а также на острова Великобритании. И даже регулярно ходил корабль в Канаду, в город Сент-Джон, тоже портовый город, который находится на северо-востоке Канады в штате Нью-Брансвик. Также в Нюре начинают развиваться производства, в 17-18 веке уже здесь делали великолепное стекло, фарфор, книгопечатание было развито, и были мастерские, которые изготавливали элитную, дорогую мебель. Кроме того, в Алстере и в Нюре тоже занимались льном. Его здесь и растили, и э, делали ткани льняные. Когда смотрим на эту, действительно бессомненное вот, экономическое развитие и торговли и промышленность и так далее надо конечно не забыть что с этим действительно вот воинствующим капитализмом был еще и народ в том числе местный народ который от этого страдал и не обязательно получил от этого хороших условиях то есть э, хозяйство было именно в руках хозяева хозяева здесь это были в основном поселенцы, англичане, шотландцы, кто-то из них действительно был добр, но большинство из них, конечно, они относились крайне враждебно к местным ирландцам-католикам, и, соответственно, налоги на крестьян также были очень большие, и это способствовало вот это вот знаменитый голод, который был в Ирландии, это был во многом искусственный голод, голод, который был создан именно из-за несправедливости, сбор товар от от местного населения и из-за этого очень много, которые до этого жили более или менее нормально, они объединили и стали работать фактически как в рабство при этих э, хозяев и лордов. И другие просто решили эмигрировать. То, что Нюри находился на берегу реки, это помогло, конечно, то, не только в, 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 в торговле, а очень много местных ирландцев отсюда уехали, в основном в США и в Канаду, конечно. К середине уже XIX века начался именно вот возрождение национального католического вот такого возрождения ирландского национализма. Первый католический храм в Ирландии благодаря этому вот, новому вот волну патриотизма был построен как раз в городе Ньюри. Это наш центральный храм в честь Патрика и Колмана. Uh, уже в конце 19-го, начало 20 века начинается уже движение для освобождения Ирландии в 1916 года в Дублине идут именно демонстрации столкновения, военные столкновения с англичанами. Многое были потом повешены среди ирландцев, постанцев. А в 1922 года идет деление Северной Ирландии, которая остается в руках у англичан, и вся остальная часть, большая часть острова все-таки появляется независимая Ирландия. Да? Но не все остался так спокойно, и в конце 60-х годов начинается опять вот столкновение, желание освободить. И Северной Ирландии, и Ньюри, поскольку был город пограничный, именно много-много пострадал и за этих беспорядков, которые продолжались фактически до конца 90-х. Вот сейчас здесь, в принципе, спокойно. Больш... Хоть мы находимся... Э Технически на территории Великобритании, и люди, которые здесь живут, имеют британское гражданство, но тем не менее большинство населения именно города Ньюри ⁇ католики, то есть 85% населения. Как будет дальше, ну мы поживем, увидим. Вот такой получился у нас с вами экскурс в историю нашего города Ньюри. Хотелось бы рассказать вам еще много чего, но все в свое время. Пока мы с вами, друзья, прощаемся. Надеюсь, что до скорых встреч. И, как обычно, обещаем выходить в эфир как можно чаще. А вас просим, если вам понравилось это видео, обязательно поставить под ним лайк и поделиться им с друзьями. До свидания.